Первая мойка после покраски. Со времени покраски прошло где-то полгода. Ничего не отлетает. Краска набирается. В помещении, где я оставлял машину, протекала крыша. Это вот такой солевой, щелочный или что это, от бетона, то что просачивается дождевая вода сквозь бетон, щелочь или что это, точно не могу сказать. Вот такие пятна оставляет. Приветствую вас, подписчики моего канала и всех тех, кто каким-то образом оказался на моей страничке. Сегодня будет тема такая. Покраска старых дисков. Имеется у нас вот такой диск, ну, старый, повидавший за свою жизнь, уставший. Местами вареный. Ну, его подварили, сделали, выровняли. Два диска пришлось сделать. Мы это все сделали, теперь приходит время покраски. Нам понадобится 3-4 вида наждачек. 180-е для начала. Для чего у нас берется 180-е? Чтобы грубые задиры вот наподобие этого убрать. То есть там не только ямочка имеется, но и выступающие части вот на ноготь чувствуются. Эти я уже проточил какие-то. Удаляется вот таким образом. Брусок, наждачка. И вводим по плоскости. Все, наружный задир исчез. Осталась только маленькая канавочка, как и во всех остальных местах. Для чего это делается? Для того, чтобы, когда замажем мы шпаклевкой, будем уже шкурить более мелкой наждачкой, хотя нет, шпаклевку будем тоже 180-й шкурить, и 150-й, это не принципиально. 150-й, 180-й, 160-й, принцип один у нее. Потом уже могут оставаться какие-то маленькие шишечки в этих местах, где задиры образовались. Для этого мы ее сразу убираем, и чтобы шпаклевка тоже намазывалась хорошо. Далее. Проходимся по всей поверхности. Весь процесс показывать не буду. Наполовину диск уже зашкурен. Минут 20 его уже драю. Вот незашкуренные места. Вот места ошкуренные. Сами можете видеть разницу. После всего этого диск будет грунтоваться. Полтора часа непрерывной работы. И диск ошкурен. Залазить приходится и в эти места, и эти сюда, в эти края, углы, везде. Это уже более мелкой наждачкой, 400-кой. Торцы очищаются, вышкуриваются, глянец снимается, высушивается, и диск можно убирать. Первый диск готов. После покраски диски эти будут устанавливаться на этот автомобиль. Вышкурены все 4 диска. Сейчас начался процесс грунтовки. Вот и диск загрунтован. Вот все 4 диска загрунтованы. Дальнейшая обработка будет 500-кой, 600-кой
Ну, можно и 800-кой. После этого будем красить. Вот начало зашкуривания. Однишний диск уже зашкурен. Гладкий, готов под покраску. Еще мокрый чуть-чуть. К моменту покраски высохнет. Такими вот продолжительными движениями будем ошкуривать диск. Сейчас мы верхние части ошкуриваем. Запоминаем, откуда начали. Вот начали отсюда. Ну и чувствоваться будет на руку. Тут она будет более гладкая, а тут шероховатая такая, матовая. Тут у нас шпаклевка чуть-чуть осталась. Соскабливаем ее. АМГ. Еще немного терпения, уже полдиска зашкурено, даже больше, чем половина диска. Да, маленькое хочу совет дать. Когда точите вот эти края, следите за ними, чтобы они не стачивались. Кто-то думает, машинка ее там пройтись, шлифануть. Здесь друг тоже хотел помочь мне. Машинкой сделал. Конечно, плохого ничего не хотел сделать, помочь ему хотел. Но получилось так, что угол сожрал этот, чтобы соблюдать всю эту плоскость. У нее же свои формы бывают, она же не бесформенная. Это колесо. Колесо это или диск что-то задолбало уже она меня. Если кто хочет за это взяться, советую подумать 100 раз, стоит ли оно того. Очень геморная работа. Продвигаемся дальше. Сойдет. Следующие 2 диска я вам показывать не буду, как я буду делать. Слишком это долго. По аналогичной системе делаем остальное. Это сейчас мы продуваем от влаги. Зашкуриваем все диски. Не, они стоят. Всю влагу выдуваем. Краска уже сболтана.
перед тем, как ее перелить в пульверизатор, надо обязательно заболтать хорошенько. Так, 150 грамм краски и приблизительно 25 грамм растворителя достаточно будет. Давление высокое. Не больше 2 атмосфер. Перемешиваем растворитель с краской. Так, мы имеем точку слишком густую. Раскроем факел. Вот так. Достаточно. Удаляем пыль. Ее тут достаточно было. Удаляем руками, пальцами. Воздух нам для того, чтобы ее просто-напросто сдуть подальше от диска. Разводы вот эти мыльные. Ну не мыльные, пена такая образуется, когда точишь наждачкой. А вот и вода. Такие косяки делает. Такие вещи нельзя оставлять. Как говорится, когда не знаешь, какой цвет покрасить, крась в кварц. Не прогадаешь. Просто этот кварц уже достал меня. Настолько приелось, что не хотелось уже кварцем красить. Но опять-таки не нашел краски подходящий. Точнее, нашел, но наличия не было. Хотел попробовать табаком или бронзой. Так, второй слой. Вот такие стали диски. Я думаю, на черный цвет должен подойти очень даже. Логотип на месте. И очень хорошо даже видно его. Чтобы резина села плотно, ничего не пропускала, надо почистить остатки резины, грязи, пыли и всего остального. 5 грамм допустимо, если кто не знает. 5 грамм халтура. Нет, 5 грамм допустимо. Нет, так-то можно и 0 сделать, если на принцип... На принцип пойти можно и по нулям сделать уже. Свежий. Да, вот такие же почти были. Ты новый, да? Да.